В общем, всем привет, друзья, и я решил сегодня поиграть в Geometry Dash, это полная версия. Я ее скачал с нета, да, это пиратская версия, но она без читов, просто как бы игра, да. Именно я уже за кадром прошел первый уровень, но давайте сейчас при вас еще попробую пройти. Я вот за 7 попыток, что ли, прошел. Вот, ой, давайте потише маленько сделаю. Вот я решил вернуться к тому, с чего я вообще начинал свой канал, это с Geometry Dash. Тогда у меня еще было 0 подписчиков, а сейчас их уже 26. Ну, на момент записи данного видео их было 26. Вот. Так, отлично. Я в этом ролике буду побольше молчать, потому что тут надо более сосредотачиваться, как я и говорил в самых начальных своих роликов про Geometry Dash, вот. Ну и все, особо, что я хотела сказать вам. Еще, кстати, такая информация маленькая. Скоро выйдет Clash Royale, наверное, скоро. Ну, попытаюсь заснять, может, на этой неделе или на следующей, но ждите. Тут давно не было Clash Royale. Я как бы все равно на нем играю, да. Но просто записывать почему-то руки не доходят. Пока что, как бы, ну, не хочется Clash Royale именно записывать, но вот в скором времени обязательно запишу. А еще вот, как бы, может, в скором времени я запишу. Кстати, вот, прошли с первого раза вроде, да. Запишем игру под... Да, с первого раза. Запишем игру под названием Clash of Clans. Давайте второй уровень, я его уже на 79% прошел, пытался. Вот. Не знаю, почему я играю начальным скином, но мне как бы и так нормально. Блин. Также скоро выйдет видосик по Рик и Морти, наверное. Говорю, все, скорее всего, ждите на следующей неделе. А вот Симпсоны выйдут уже, как бы, получается, наверное, февраля 20-го, может, маленько попозже. Ой, блин. Просто я не вижу пока что, как бы не знаю именно, что записывать по Симпсонам сейчас. Особой идеи просто нету. Угу. Как я говорил, там уже надо именно записывать, если, ну, какие-то обзоры обновления, потому что как бы там особо зайти только на 5 минут, забрать это, кварплаты со всех домов, да, и отправить жителей на задание, и все, да. Ну, как бы, будем пытаться с вами выполнять задание, снова обновление. Вот. Это все, что я придумал по Симпсонам пока что. Да. Ну, еще также, скорее всего, купим мистическую коробку. Именно я не покупаю сейчас, потому что я хочу именно на ролике купить и открыть. Да, ну, главное, ждите. Обязательно выйдет. И как я говорил... Ой, блин, что-то тупанул. Как я говорил в прошлом ролике... По Симпсонам, вроде, да, по Симпсонам говорил, что МКХ пока что мобайл не будет, потому что у меня были какие-то проблемы, то есть она, ну, не появлялась испытание на Холодная война с Абзира, вот, ну и все, как бы, что-то я перехотел записывать, кстати, ничего не попадается, ну, в смысле, спы нету, вот, я решил удалить. В будущем, может, опять скачаю, начну играть и буду записывать, но это уже, как бы, вообще, то есть не скоро до этого. Новый цвет открыли. Найс. Угу. И опять же скажу, если вы хотите, чтобы я поиграл в какую-то игру, то пишите об этом обязательно в комментариях, и я постараюсь скачать ее и хотя бы один видосик по ней записать. Ну, если, естественно, вам понравится, буду дальше записывать, или мне понравится. Вот, то есть там все зависит как бы и от вас, и от меня. Ну, если вам понравится, и мне не понравится, я по-любому, скорее всего, запишу, как бы, потому что вам это нравится. Вот. Я тут обычно топил, ну вот сейчас скажу, на каком моменте. Вот здесь, да, я обычно прыгал и падал на иглу. Отлично. Ну все, уже рекорд мы побили.
Оп, подождите. Прогресс-бар, вот мне что надо. С ним будет, блин, с ним будет поудобнее играть, по крайней мере. Все-таки я очень люблю Geometry Dash. Я, получается, первую прошел, это Мелдон. Ну, она как бы была вторая, третью. Geometry Dash World только я не записывала. И вот сейчас буду первую потихонечку проходить. В полной версии уровней побольше, и поэтому я решила скачать полную версию. Да, и возможность открыть больше скинов, это тоже. Вот, если я не забуду, ну, а скорее всего я забуду, то ссылочку на полную версию я оставлю в описании. Но это не точно. Скачалось у меня все нормально, без вируса, вроде бы пока что без вируса. Скачала я вчера, получается. Ой-ой-ой, что-то сильно прям отлетело. Ну, хз, 50% как-то вроде более-менее легко у меня проходится, а дальше уже, как, поскольку я не знаю, что дальше будет, я туплю. То есть, если вот, допустим, как Мелдон-то я раньше играла, поэтому я знала, что примерно мне ждать, конечно, не все я запомнил, поэтому не с первого раза проходил, вот. И все. Блин, да, капец, что-то тупанул опять. Сейчас пойдем. Вот еще пока что на первых уровнях глаза не ребят, то есть нормально до конца могу дойти, да. А вот, допустим, в Молдоуне там уже под конец первого или второго уже начиналась жесть, глаза болели. Также у нас по Clash of Clans есть клан с братками моими. То есть мы с ними записывали несколько видосиков на их канал и на мой. Вот. Ссылочку на их канал я оставлю, скорее всего, в видео, когда буду Clash of Clans записывать. Заходите на их канал, подписывайтесь. Тоже годный контент у них. Чё, блин, у меня бесит самая большая проблема, что мне не хватает памяти, потому что у меня сейчас на телефоне World of Tanks Blitz, который занимает 2 гига, я в неё пока что не играю. Вот, а удалять неохота, как потом опять скачивать и ждать полчаса эту загрузку долгую. Ну, чё-то неохота. Я буду вот скоро копить деньги и куплю себе CD-карточку. Блин. Также, может, на подписчиков 50, может, чуть побольше буду создавать группу ВК. Ну, скорее всего, если бы и создавала, то, может, на соточку. Ну, потому что если 50, там, как бы, все равно обычно активность подписчиков и просмотров, она меньше. Вот. Давайте возьмем пример PewDiePie. У него 50, уже почти 52 ляма уже, хотя, может, уже 52, я точно не знаю. А просмотры у него примерно набирает, ну, поможет, 5 миллионов примерно. Ну, может, 10, да, как бы. То есть, все равно эти 50 лямов они не собирают, допустим, за сутки. Блин. Ладно, давайте тогда я сейчас попытаюсь попроходить за кадром и вернусь, когда уже буду близок к победе. Давайте, сейчас. В общем, я вернулся. За кадром я пытался дофигищу раз, у меня не получилось. И, блин, вроде вот этот был заход нормальный. Прошел неплохо. Вот, ну, давайте еще 3 попыточки и все закончим. Итак, один уровень уже прошли, как бы на видео. Думаю, этого будет достаточно. Так.
Капец. Кстати, возможно, в скором времени на моем канале появится интро, но это не точно. Потому что, как бы, я хочу где найти, чтобы сделали еще бесплатное интро, потому что сам я не могу из-за состояния своего компьютера. А на сотике хз как-то. Так, отлично. Вроде неплохо идем. В общем, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Приду его в следующий раз. А всем удачи и всем пока.